Я бы тебе предложил выпить, но, насколько я понимаю, ты в завязке? Да, от этого можно помереть. Потому что так много про меня знаешь. Ты кто такой вообще? Я тот, кто изменил всю твою жизнь. 4 года назад, Рикс, ты работал по борьбе с наркотиками на Лонг-Бич. Ты слишком близко к нам подобрался, и был выписан контракт на тебя. Я сам этим занялся. Помнишь, я сбил твою машину с дороги, но тебя там не было. Можешь представить себе мое удивление? Я за волосы эту окровавленную голову поднимаю и вижу бабу какую-то. Твоя жена, да? Она не сразу умерла. Помучилась. Не везет тебе с женщинами, да, Рикс?